Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Ulefone Armor 5S сделать сброс настроек камеры. Для этого, в первую очередь, открываем нашу камеру, затем тыкаем на иконку шестеренки и выбираем последнюю опцию «Переустановка». И затем нажимаем ОК и восстанавливаем стандартные настройки фотоаппарата. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!